Здесь, на крайнем севере, жизнь очень тяжела. Метели, лютые морозы. Но самый лютый враг – это одиночество. В этом диком краю можно сойти с ума. Трудно выстоять, чтобы не впасть в безнадежность. Каждый день происходит одно и то же. Вечера похожи, как две снежинки. Ночами становится все холоднее и холоднее. И каждое утро все начинается сначала. Я знаю, что ничего не изменится на крайнем севере. Но я привык. Мой секрет – водка Крескова. Моя русская подружка.